До недавнего времени для некоторых жителей деревни Булаково получить возможность подключения к газопроводу было лишь мечтой, ведь цена на данную услугу была весьма внушительной. Решить вопрос помогла программа социальной газификации. Теперь в Булаково подключение к ресурсу ждут владельцы 17 домов. Работы начались. Коммерческая цена составляла 7 миллионов. Вот такую сумму нам назвали. Конечно, для нас, мы работаем преподавателями в ВУЗе, неподъемная сумма. И, конечно, вот такое развитие событий существенно улучшило наше положение. В кратчайшие сроки и администрация, и облмосгаз комплексное такое решение приняли, и просчитали, и промерили, и в каждый дом зашли. Где-то месяца полтора назад я только заявление подавал. Мы, конечно, не рассчитывали, что это так будет быстро. Вместо миллиона рублей наши жители платят около 100 тысяч вот, полностью за подключение газа. И, конечно, в нашей стране очень многим жителям это единственная возможность подключить себе газ. Уже сегодня идет раскопка траншей под газопровод протяженностью порядка 2 километров. Будут установлены специальные отводы для врезки в линию от каждого индивидуального строения. Центральную магистраль планируют проложить до конца сентября. На следующем этапе начнется подключение к домам владельцев, заключивших договоры с ресурсоснабжающей организацией. На данный момент 17 договоров комплексных заключено с Мособлгазом. Вот. Цена договоров, мы сейчас с жителями общались, от 50 до 96 тысяч рублей в зависимости от протяженности газопровода по земельному участку и оборудованию, которое необходимо установить в индивидуальной жилищном застройке. В сентябре месяце уже начнут подключать дома, те дома, которые зарегистрированы, поставлены на кадастровый учет, и там, где земельные участки тоже находятся в собственности. Всего же в городском округе 54 населенных пункта будут газифицированы по социальной программе. Ее реализация запланирована до конца 2022 года. Анна Бальет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.